Все, я Киш. Куда пойдешь, тут резита. Киша кушал. Кушай, ты кусай. А как ты меня птишь, что надо будет? Давай, Киша. Молодцы, ты сын. Привет, как ушел, милый. Ты то, что такое? Что такое? Очень нет. А? Я Ракетти. Да, Киша, мой любимый сынок. Ты что? Ты моя тебе туда нет, что? Поэтому тебя что-нибудь склюбит, да? Киша, пойдем. Мама Кишу любит, да, сынок? Кишу, давай поцелуемся. Мама поцелуй. Пошла. А ты любишь она? Тут так вся. Правильно, тоже открывается. Да, Киш? Ага. Она вся. Довольно налитая. Теперь лучше им потом написаешь, ты там и жени. Да, мама, там я, Кишу. Сама куда? Это же будет склюбит, да? Как стариком? Что мы золотой? Киша, какая Киш? Ну, мой мальчик, блядь, сам. Мама, это сынок мамы любимый. Давай поцелуй, мам. Почему? Мама, Кишу, ты знаешь? Скажи, как ты нам, мой золотой? Все. Ой, что мы любим? Кушает он не давай. Еще, блядь, все хорошо. Блядь, принципально. Пац, пац, нельзя. И на Китти. Да. Ну, как это? А дальше что делать? Давай, привет. Мы... Что тебе сказать, я платки считал? А засаю птичку, мы любим. Но мы... Мама! Скажи, иди кушать. Давай все. А, нет, на маме. Что? Да, да, Кишенька. А я же ты меня все там ем. Да? Ты что, пойма? Да что, поцелуй. Мам, поцелуй. Вот. А что ж, я Киша, я пацан, пойду на что. Как Кишенька? Но мы не стоим там очень. Давай. Да, ты свой пацан. Ты что, пацан? Я кирдю, ты сунул, мам, сунул, кайду, мам, сунул, мам.